Вы знаете, необычно сегодня решили начать нашу встречу с такой элегической музыки. Тем более, фильм новый, он написан совсем недавно. Я написал новый мюзикл по моим любимым братьям Гримм. Он называется «Грим, грим, грим». Это три раза «Грим», каждый раз восклицательные знаки, больше и больше, потому что действительно это люди, которые сделали огромное дело. Вот, исполняла Ирина Попова, солистка оркестра кинематографии. Мне хотелось бы вот сегодня ответить на ваши вопросы об искусстве, о жизни. А жизнь – это вообще самое великое искусство. Так что, пожалуйста. Геннадий Игоревич, у вас в роду музыканты, и дед, и отец. Вы, наверное, тоже родились под звуки музыки. Расскажите о своей семье. Под звуки музыки в прямом смысле этого слова. Это, конечно, далеко не всем удается, потому что в это время мой папа был в составе знаменитого джаза Цфасмана. Да, Александр Наумович Цфасман был любимым человеком в нашей семье. Папа играл у него и на рояле, и на аккордеоне. И, естественно, мама все концерты, нося меня, значит, на всех концертах присутствовала. И я через уже, знаете, через ее кровь, вот, через ее соки это все убирал в себя. А когда я родился, это было на Арбате, был такой знаменитый дом, родильный дом Грауэрмана. Вот, там многие родились, хорошие, знаменитые люди. И там пришли туда друзья отца, джазисты, и устроили встречный марш. Когда мама со мной выходила, то ее встретили вот эти веселые ребята. Вот, если кто-нибудь видел этот фильм «Веселые ребята», старинный, да? Вот там, я сначала думал, что это все, ну, излишние фантазии. Но примерно так они и жили. Утомленное солнце, с утра побрился, неудачное свидание, галстук новый. Все это, знаменитые песни того времени, все это проходило у нас дома. Но мой папа при этом еще был классический пианист, он закончил училище при консерватории. Поэтому у нас в доме звучал Бетховен, у нас Рахманинов, у нас звучал обязательно мой любимый Шуман и так далее. Но это его еще, как говорится, было мало. А мой дедушка по материнской линии, Степан Осипович Максаков, он был постоянным аккомпаниатором Лидии Андреевны Руслановой, знаменитой певицы того времени, которая пела русские песни. А дедушка единственный, кто мог играть на саратовских гармошках. Такие были особые гармошки с колокольчиками, которые, значит, их как бы отличие заключалось в том, что если на баяне берешь ноту и меха растягиваешь туда и обратно, нота та же. А на саратовской гармошке, если сюда, то одна нота, а обратно другая. И вы понимаете, вот как надо было играть одновременно и клавиши нажимать, и еще мехами как-то дергаться, чтобы получить нужную мелодию. Вот это вот дедушка был такой у меня виртуоз. Причем он был певец, он был тенор, но потом он потерял голос. И вот с Руслановой он доставал ей все песни, он ей писал, он с ней учил. То есть он был верный такой человек, он ее обожал. То есть у нас в доме вот это русская, джаз и классическая музыка, понимаете, ну как куда деваться-то было? Естественно, вы понимаете, ну я тоже с детства стал стучать на барабанах. Ну первое, что хочется, стучать на барабанах. Дедушка мой, то, что он играл на саратовских гармошках, он был вообще гениальный самородок. Таких я сейчас даже не встречал. Он сам сделал полную джазовую установку. Барабаны, большой барабан, томы, всякие за черепашки, тарелки, все дедушка сделал сам. Понимаете, он такой был умелец потрясающий. И дядя мой, Герман, он играл в джазе на барабанах, в такой был знаменитый клуб летчиков там на Ленинградском, и он играл. И брал меня иногда туда, до войны это было, мне было 5 лет, он брал меня с собой и давал мне там стучать еще в какие-то там моменты, он говорит, давай, теперь ты. И я, значит, в восторге стучал по этим барабанам и тарелкам. Когда мы собирались у бабушки всей семьей, и вот папа брал аккордеон, дедушка баян,
дядька, значит, давал мне эти ударные инструменты, и там начался такой вообще концерт, что будь здоров. Пели, бабушка у меня украинка наполовину, она знала украинские песни. Грех был бы не стать музыкантом, просто я не знаю, это вот, наверное, уж совсем вот бессучим. Вот, и поэтому в 5 лет мне посадили, да, инструмент. Вот это был тяжелый момент, потому что играть гаммы ребенку, когда хочется стучать на барабане или в футбол играть, понимаете, это невозможно было. Но я выдержал, началась война, но я все равно учился до 4 класса. Но надо мной не было присмотра, папа уехал в военные бригады и все время был где-то на фронте. Мама не очень понимала в нотах в это все, поэтому... Я получал так, у меня были отметки 2 видов, 2 и 5. Вот это был набор моих отметок. Если нужно задание, то 2. Если нужно по слуху что-то сообразить, то 5. Вот так я шел довольно долго, и наконец, когда папа приехал, ему сказали, значит так, либо вы его поставьте на ноги, или мы его выгоним, потому что мы не можем понять, 2, 5, ну что так, как вообще с ним быть-то? Папа со мной сел, я получил 4 с плюсом. Это считалось по фортепиано, это вообще очень, почти невозможная оценка. После этого я говорю, все, я ухожу. Из 4 класса я ушел, взял аккордеон, маленький, первый, все, потом 2 побольше. И так я уже к 14 годам освоил инструмент так, что 14 лет я уже был музыкальным работником пионерского лагеря завода «Акрехин». Причем без денег, ну в 14 лет, паспорта нет. За еду, за то, что я там отдыхал, и за то, и в конце мне дали несколько банок меда. Я помню, я принес маме 3-литровые большие банки меда и мешок яблок. Мне привезли на машине, это была моя зарплата. Так что у меня трудовой стаж очень большой. А с 15 лет я уже работал в пионерлагере Министерства сельского хозяйства и там 4 сезона подряд руководил. У меня, я сделал там хор. Оркестр разных видов. И я сплотил вокруг себя, так сказать, основных силачей, которые держали весь лагерь. Дисциплина была идеальной. Обязательно споем спевка, после этого идем в волейбол, футбол. И еще поддерживал нас повар. Он говорит, и кто победит, тому торт. Он пек специальный торт. То есть, знаете, у меня была такая власть мощная, что я до сих пор такой власть никогда не обладал. Потому что ребята работали. Причем даже тот, кто музыку не знал, ни нот, я писал ему по особой системе крючков. Когда надо какой звук нажимать, даже не звук, а лад. Вы знаете, большие были такие инструменты, бас, балалайка, все. И я их научил без нот. И они, когда сами услышали, что они играют, один сказал, господи, если бы я кому сказал, так у меня был немножко пьющий, ну даже, может, хорошо пьющий, такой электрик, он у нас играл на бас-гитаре. Что, такой инструмент, теперь, а бас-балалайка. Он сказал, если бы я не сказал своим этим, ну, он дружит с соответствующими людьми, что я играю самого Фибиха, чешского композитора, у него поэма есть такая красивая, и он играл, вот дергал бас. Вы понимаете, это было чудо. Я еще играл в джазовых составах, тогда еще это было запрещено. Поэтому я все время играл под экантер, под тенер, под эспань, всякие танцы, а потом к вечеру уже фокстрот, танго, все, что я помнил, сразу спасло. Так что вот видите, вот мое происхождение такое. Семья музыкальная, но потом я, конечно, ушел в химики. Вообще, знаете, я совершенно, меня же так шатало. Я окончил химический политехникум, год работал, даже пошел так сильно прогрессировать, что даже мастером стал, дежурным мастером, начальником смены опытного завода. Меня так выдвигали. А почему? Потому что я тут же им самодеятельность организовал. И это было такое счастье у химиков. Они так тяжело вообще работают, там эти запахи эти тяжелые, все руки там у них в экземах, все. И тут я пришел, хор, оркестр, там что-то мы стали. И мне сказал там начальник все это производства, говорит, ну, Гладков, мы понимаем, ты уходишь от нас в музыкальное училище. Но если не поступишь, приходи к нам, мы тебя так будем продвигать. Ну, дальше училище, потом консерватория, аспирантура при консерватории, несколько лет работы в качестве педагога, ассистента кафедры. Вот, и вообще у меня много учеников оказалось, дикое количество, потому что я почти во всех заведениях московских преподавал. И в хоровом училище, и в Гнесинском институте, и на музыкальном факультете педагогического института. Я их уже не узнаю, они все здоровые такие стали, и уже пожилые люди. Вот, понимаете, все, вот такая судьба.
Спасибо. Геннадий Игоревич, да. А расскажите, пожалуйста, про свой самый-самый первый гонорар за музыкальное произведение. Очень интересно. Вы знаете, вот так вот, за мелочь я не могу ничего сказать. Какие-то были, знаете, как говорят в Одессе, за это я сказать не могу. Вот первые гонорары в кино, это был фильм «Самый-самый» моего друга Василия Ливанова. Он делал диплом, я написал мультфильм. Вот, это был тоже первый раз я в кино. Потом еще был мой научно-популярный фильм. Назывался «Тайны минувшего. Восстановление Ивана Грозного по облику знаменитым Герасимов». Такой скульптор исторический, который создавал по костям, по черепам облик вот этих исторических людей. Я написал там музыку, и впервые там целая комиссия пришла слушать, насколько я вообще соображаю в киномузыке. Вот. Я, конечно, там немножко, как говорят музыканты, облажался. То есть я не знал, как пересчитывать метры, знаете, вот пленки. Мне сказали, это очень просто, 30 метров – это минута. А оказывается, не минута, а минута 6 секунд. И вот если это долго идет, то, знаете, накапливается. Вот за 5 уже 30 секунд лишней музыки, а ее у меня нет. И мне надо было вывернуться во время записи, придумать какие-то повторы, где-то что-то вот с музыкантами договориться. И я в состоянии по помешательству такого, знаете, от ужаса, сидит огромный оркестр, сидит комиссия, но мне удалось все это задеть. И, значит, они сказали, да, он просчитался с математикой, но потому как он выкручивался, мы поняли, это наш человек. И я вот прошел это испытание, когда музыканты мне постучали смычками, это признание, что они принимают меня в свою компанию. Спасибо. Геннадий Игоревич, когда слушаешь вашу музыку, создается полное ощущение, что она сочиняется очень легко и весело. А муки творчества, как, они вам неведомы? Муки творчества? Ну, вы понимаете, муки творчества, мне это свойственно всегда. Потому что я вообще по природе самоед. Я все недоволен. Даже многие мои друзья, они сами говорят, ну, я вот записываю, и все говорят, ух, как звучит. А я знаю, что ты, у тебя лицо кислое. Я говорю, а вот там труба, там что-то, ну что такое? Все говорят, ну вот ему никогда не угодишь. Говорит, ему все время все радуются, обнимаются. Знаете, как у нас принято в искусстве? Сразу целоваться, все обниматься, целоваться. Ну, любимые друзья, все. Знаете, и много иногда сказать, гениально, потом сказать, полная ерунда. Вот это некоторая неискренность, но такой порядок. Кстати, все надо хвалить друг друга. Я все время ел и себя, и всех. Я когда с Марком работал, Захаром, когда было хорошо, вы знаете, самое страшное, когда плохо, понятно. И когда очень хорошо, понятно. Но когда хорошо, знаете, так вот 4-4 с минусом, вот самый... Друг другу надо говорить правду. Если хочешь помочь человеку, то надо говорить ему честно. Геннадий Игоревич. Да? Вы предполагали, что бременские музыканты будут бомбой? Нет, это был какой-то, знаете, мне кажется, там что-то вот на планеты сошлись как-то во время этой записи, создания этого фильма. Мы были вообще-то молодые, это уже надо иметь в виду. Это было достаточно время такое. 30 лет нам было. Я, Ливанов, Энтин, мы одногодки. Мы троем все 35-го года, вот как один. Я старший, потом идет Ливанов, и тут же Энтин. Поэтому мы собрались и повеселиться захотели. А как, сказали, напишите музыкальный фильм. Ну, все думали, ну, где взять истинно музыкальный сюжет? И вот эта коротенькая сказочка-то, бременские музыканты, Гримов, она очень короткая. Там все, собрались, пошли, выгнали этих разбойников, и все. А все придумали и принцессу, и короля, естественно. И разбойники стали уже другие совсем. Понимаете, и трубадур вообще не фантазия на тему братьев Гримм. Значит, единственное, что вот они, точно была группа битлов. Их тогда у нас ругали. У нас битлов ругали, это же новое извращение западной культуры. Понимаете, а битлы, сейчас вот их слушаешь, это такое, какой-то колыбельные песни просто. Это просто, ну такая наивная, такая чудесная музыка. А тогда их ужасно. И если бы мы сделали это в театре, нас бы закрыли, это 100%. Или если бы был художественный фильм с людьми, тоже бы закрыли.
Ну, мультфильм всегда, значит, там, что козлы поют, ослы, да и там всегда не пели. Боже мой, свинья запела, да и ничего нормально. Но мы их одели по-современному, и молодежь тут же это усекла. Тогда это все так хваталось, понимаете, так все ждали от искусства каких-то намеков на какие-то свои там мечты и радости, понимаете. И мы это делали смеясь. Музыка раньше была записана, вот там система такая в мультфильме. Сначала музыка, а потом на нее рисуют. Поэтому, если музыка провалилась, ну, уже ничего не, ну, почти не исправишь. Но я вот даже хотел сегодня даже напомнить одну из тем из второй серии «Бременских по следам». «Луч солнца золотого». Вот тут Леша Кизенков поможет нам вспомнить это. Все под рояль, честно, как домашнее музицирование. Луч солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное. Знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастная. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет, солнце взойдет. Спасибо, мой друг. Алексей Кизенков, артист театра «Ленком». Я человек театра и кино. Я почти не пишу музыки такой, не связанной с программой, с либретто, со сценарием. Вот. Но даже если пишу я и такую музыку, я все равно представляю что-то конкретное. У меня картинка идет, знаете, как кино. Я вижу, вот все, что идет, я вижу. И это меня, с одной стороны, мне легко, потому что я под них сразу говорю, ага, вот не подходит, а вот так подходит. Вот сейчас у меня был восторг. Мои творческие муки, я начал балет «12 стульев» когда-то, по этой музыке известного, значит, телефильма, его поставили там в двух театрах, в Челябинске и Свердловске. Сейчас его возобновили не где-нибудь, а в Минске, в городе. Минск прекрасный, минчане вообще, они идеальны, они живут очень бедно. Им для нас просто, у них рубль как для нас евро, а то, может, и дороже. Но они живут бедно, но творчески. Вот знаете, вот я запомнил, чем беднее, тем творчество выше. И Минск блестяще поставил, я так доволен, думаю, меня спрашивают там интервью, говорят, вы на что рассчитывали? Я говорю, вот как вам нравится? Я говорю, я рассчитывал то, что будет прилично. Но чтобы так блистательно поставили минчане, я просто, я говорю, я сидел, я слушал, в оркестре идеально сыгранная партитура. Просто я думал, господи, неужели я написал? Как они играют здорово, понимаете? А, ну, не узнавал, понимаете? Поэтому, вот, знаете, муки творчества и наше вот такое, как говорится, наша жизнь, она совершенно непредсказуема. Откуда что берется? Я всегда говорю, оттуда. Моя задача, я радиоприемник, вот оттуда идет волна, сверху, да? Моя задача ее поймать, осуществить и выдать вам. Вот, да, а моя задача вот сидеть и работать.
Всю жизнь я вкалывал зверски совершенно. У меня был какой-то, просто, знаете, вот припадок такой. Я когда из химии вырвался, я на музыку накинулся, просто я поглощал, я учился, учил, одновременно писал. То есть я, вот, ну, я думал, я к старости отдохну. Но сейчас ничего не получается. Но я еще писать хочу. Есть идеи, пока еще оттуда идет что-то. Я пытаюсь как-то это осуществить. Геннадий Игоревич, вы уже упомянули имя Марка Захарова. А-а-а. Вы мягко сказали, что человек он строгий, говорят, вообще авторитарный. Как вы работали? Поподробнее. Я с удовольствием скажу, потому что, прожив много лет, уже начинаешь думать, кто на твоем пути был. То есть, и оказывается, что вот такое счастье, что на моем пути были такие люди. Я сейчас их перечислю, так вот, кого вспомню, просто чтобы вы знали. Ко мне домой приехал Игорь Петрович Владимиров, роскошный, красавец, главный режиссер театра Ленсовета, и его жена Алиса Брунна Фрейндлих, гениальная актриса, гениальный вот. Ей даже слово это гениальное уже, теперь так, слово гениальное так залапали и забарахлили, что она уже любому дает гениально. Так, то есть по три ноты и тоже гениально. Она действительно настоящая актриса. И они попросили написать им музыку. Он говорит, а я говорю, а почему-то вы ко мне-то приехали? Интересно, из Ленинграда, сразу же в Ленинград, приехали сюда. В Ленинграде было полно композиторов, прекрасно. Он говорит, ни один композитор не согласился. Сказал мне Игорь Петрович, я говорю, почему? Он говорит, потому что я, говорит, хочу, чтобы мы... А он ставил Шекспира, «Укрощение стропил». Почему такая музыка? Он сел за рояль и в ре миноре заиграл что-то ужасно блатное. Что-то, говорит, вот такую музыку. Я говорю, правда, к Шекспиру? Он говорит, ну это я так вообще говорю. Я говорю, ну что? Я говорю, когда начинал играть кому-нибудь из композиции, я говорю, ты что, хочешь, чтобы меня из партии выгнали? Значит, это, следующий говорит, ты старик, нет, я так не могу. Значит, не один. Я говорю, приехал к вам. А я говорю, а я напишу. Я говорю, а мне чего? Я все равно битый, мне уже все равно. А потом, ну приходят такие люди, ну как можно это все? И я уже зимой, это было где-то 69-го года, приехал в Петербург, мы записали эту музыку. И был фантастический спектакль по успеху «Укрощение строптивого». Просто это было что-то невероятное. Они когда приехали в Москву летом следующего года, 70-го, и в театре «Маяковка» были гастроли. Это был биток такой, что овация была. Я специально засек время, 25 минут после спектакля. Не могли закончить овацию. Все выходили. Наконец вышел Игорь Петрович, показал вот это вот так вот. И сказал, вот он, иди сюда. И показал, что я вот этот вот, вроде как бы музыкант. То есть... Думаешь, что я сейчас как Ева, один лишь поцелуй, и я пою. Коварный змей подмигивает древо, и думает, что я не устаю. Возьму да закачу сейчас скандал, вон прогоню и трижды плюну вслед. Бог говорит да, Бог говорит да, черт говорит нет. Потом был Сергей Владимирович Образцов, Аркадий Исаакович Райкин. Люди ему не кинут, тут недавно показывают фильм. И вот Марк Анатольевич. Значит, а как? Пришел от него не Марк Анатольевич, а от него пришел посол. Пришел Шура Ширвиц, мой приятель. И он говорит, слушай, тут у нас спектакль один наклевывается. Взяли венгерскую пьесу, я говорю, зачем венгерскую? Говорит, знаете, у нас сейчас декада венгерской культуры. Ну, эти, к дате. Это называется датское произведение. К дате надо написать... Значит, что-то... Ну, он говорит, пьеса не ахти. Пьеса называлась «Лазейка», автор Дьярфаш. Вот. Но, говорит, мы переделали ее всю. А Плучик придумал название. Он был главным режиссером театра «Сатир». Он назвал, говорит, ей, «Проснись и пой». Захаров очень... Говорит, ему понравились твои бременские, он хочет, чтобы ты написал что-нибудь веселое. Я, честно говоря, ну, думаю, ну, чего там веселое? Так дай пьесу почитать. Дали почитать пьесу. Я говорю, а где Захаров-то? Вот ты все говоришь, Захаров, а где он? Он говорит, работает пока со мной. Значит, ну мы как скрепили наш союз с Шурой. Он купил вот такую бутылку портвейна, громадную, такую 0,8. И мы написали, выпить после премьеры. Вот в 70-м году. И мы ее спрятали. И она стояла там честно до премьеры. Я сочинил музыку, наконец пришел Марк послушать музыку. Вот. Это был удивительный момент. Значит, я сыграл ему вот эту тему, этот закон давно известен, мне интересно, проснись и пой. Вот он сказал, так, все, это есть, дальше. Я говорю, ну вот еще есть лирическая песня главной героини. Есть, так, дальше.
Значит, что-то еще я ему сыграл. Там всего 4 песни. Вот, я говорю, и вот есть мотивчик, не знаю, куда его приспособить. Я говорю, просто есть мотивчик, ни темы, ничего, ни стихов нет. Я говорю, просто у меня мотив, ну, сыграй. Это вот эта песня. Милый Писта, что с тобой, ты не заболел? Вот. Он сказал, так, это я беру, немедленно звоните, значит, Успенскому, он стихи напишет. Я так сидел, потом думаю, шутка это что ли? Ему действительно это понравилось. Ну, думаю, раз не сказал ничего, я же его не знал еще тогда. Думал, знаете, бывает режиссер, скажет, хорошо, потом придет домой, скажет, был композитор, ну, такую дрянь показал, какие-то отбросы, какие-то свои остатки. Ужасно все. Нет, тут Шура, пиши быстро все и на репетицию. Я записал клавиры, значит, прихожу на репетицию, там Шура меня встречает, говорит, слушай, у нас тут скандал страшный. Говорит, что такое? Пельцер отказывается петь. Татьяна Ивановна, моя лучшая подруга впоследствии, очаровательная женщина. Но она была очень такая, своей нравится, не буду, ни тональность не та, слова не те, музыка не то. Все. Я говорю, не знаю, что делать. Мы, говорит, час репетиции не можем начать, потому что она кричит и скандалит. И вдруг тишина такая, знаете, и такие шаги. Это входит Марк Анатольевич Захаров в репетиционный зал с опозданием на час. Такая тишина полная, каменный гость. Да, Шура ему начинает, говорит, ну, Татьяна Ивановна, сказала, я все понял. Такое впечатление, что ему уже или рассказали, он подслушал. Сказал, Татьяна, вам что, музыка не нравится? Нет, почему? Мне нужно. А слова? Нет, ну, да нет, я ведь почему? Я потому что. Он говорит, нет, ну а что, вы репетируете отказ? Нет, вот, может, вам роли не нравится, так может. Марков, да нет, ну он шуток не понимает, Шура. Он говорит, я так это. Для смеха. Все. Это пришел, знаете, вот как удав на кроликов. Посмотрел, тишина, все. Над парадою, над знаменем Москвом, наедине с природой, Малатка, я и он. А ночью мы под фоном сидим с моим геологом, и оба, как вы, приду. Перебираем станции, следу границы кварты, следу границы кварты, и прочую пью. Его даже назвали иногда Мрак Анатольевич. Не Марк, а Мрак. Ну, такой вот, да. Все, дальше пошло, все как надо, репетиции. Это, я, вот я устал у него учиться, как он держит людей. Значит, обязательно перед премьерой надо кого-то страшно отругать. Вот надо выбрать фигуру какую-то из играющих. И при всех ему вставить хорошие перья такие, чтобы ну, растоптать их. Вот скандал, надо учинить, тогда они премьеру играют, говорят, из последних, из кожи вот вылезает. А если все хорошо, вот как я говорю в кино, если все хорошо, то в конце ничего. И вот здесь, перед премьерой, нужен скандал. Ну, это получился спектакль, единственный, который прошел у Марка под аплодисменты к приемной комиссии. Во-первых, венгерская, черт кто знает, может там так надо? Не буду, с венграми и так было, хватало неприятностей. А тут еще запрещать их пьесу, никто не решился. Стали мы делать следующую работу, «Тем-29», был у него мюзикл такой, настоящий, большой мюзикл. И, значит, я там в одном месте, все он принял, но я чуть изменил тональность. Он сказал, что-то не то. Я говорю, ну я тут тональность изменил. Он говорит, а зачем? Я говорю, а ты что, слышишь так? Он говорит, нет, я говорит, не могу сказать, что ты изменил ее в такую-то сторону, но я слышу, что не то. Почему ты изменил? Я говорю, знаешь, мне один сказал человек, вот там у вас музыкант, он сказал, что это вот на что-то похоже. И тогда он произнес гениальную фразу, которую я своим ученикам, композиторам, повторяю неустанно. Если музыка ни на что не похожа, она никому не нужна. Я был совершенно поражен. Понимаете, потому что если, вот как и сейчас мы и наслушаем такую музыку крайнего авангарда, когда действительно ни на что не похожа, но, честно говоря, большой радости от нее нету. Потому что человек, а в театре композитор обязан направлять мысли и чувства зрителя по каким-то ассоциациям. И Марк говорил, о, это консерватория, убери нафиг эту консерваторию. Ты хочешь показать, что ты можешь вот это так штучки? Не надо, это вот туда оставь, вот для своего академических занятий. Здесь надо, в театре нужна горячая простота. И если она сделана честно и горячо, то потом будут говорить, что у того похоже на тебя, а не у тебя на него. И потом мы с Захаровым работали очень много. Мы с ним сделали несколько фильмов.
«Обнимаю чудо», потом было «12 стульев», потом были «Свифт», потом было «Убить дракона», и потом была «Формула любви». Я у Марка очень многому научился, очень многому. Понимаете, ведь простота, она иногда действует гораздо сильнее. Понимаете, вот я вам пример, что значит музыка в кино и в театре. Плакал один композитор. У меня, я написал «Реквием», там, говорит, фильм расстреливают наших пленных, я написал «Реквием» для огромного состава. Говорит, слышишь, я, говорит, прихожу, смотрю фильм, нет моей музыки, нету «Реквиема». А что, я говорю, какой что? А там просто немец сидит и говорит, и на гармошке. Играет «Милый Августин» на гармошке, на губной. Вместе с ужасом расстрела это создает такое натяжение, что это блестяще. А вот если бы он загрохотал со всеми, то мы бы это убило бы. Понимаете? Но я хочу получить от вас реакцию, а этим я убиваю вашу. Я за вас там отгрохотал. Нужно быть участником, а не солистом. Там нужно быть в команде. И нужно свой винтик, но так сыграть, чтобы он был всегда. Вот, хорошо, все здорово сделано, и винтик хороший. Вот мне это тоже дорого стоит. Торчать не надо. И вот сегодня мы можем послушать дуэт из «Обыкновенного чуда», называется дуэт «Эмилии и трактирщицы», это в исполнении Анечки Бутурлиной, нашей лауреата международных конкурсов, и нашего знаменитого Леонида Серебренникова. Ленечка, Анечка, прошу. Я с этим дуэтом, 78-й год это был, дом архитектора, творческий вечер Геннадия Юрьевича. И меня пригласили, я такой счастливый, я только начал сниматься, такой весь, прямо аж лопаюсь от счастья. Что Коля Карачин, свои актеры такие. А Лариса Дольна была в Питере, я пел тогда с Таней Досковской, замена была. И вот мы с ней поем «Ах, сударыня», вы верно. Спели его, значит, аплодисменты, 3 минуты, 5 минут, все, не отпускают. Геннадий Юрьевич, давай, на бис. И он, значит, играет, он сел, да? И я там-пам-пам-пам-парарарам, я только рот открыл петь, он говорит, давай со второго куплета, чтоб покороче. Второй раз. А я говорю, так, там «Ах, сударыня», там все тексты, все три куплета начинаются со слов «Ах, сударыня». Я так посчитал, второй раз спел, «Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный?» Все, она мне отвечает, потому что вы со мной. Блям-блям-блям. Я-то спел второй куплет, но психологический, он должен быть на своем месте. И я, значит, ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер... И пошел. Зал начинается вот так хихиканье. Она на меня так смотрит, потому что вы... А под текстом, чтоб ты провалился. И я, главное, чувствую, что что-то не то, понять не могу. И проигрыш идет, и Геннадий мне говорит, да третий куплет. Я говорю, да я знаю, а сам не могу вспомнить от лихорадки, какой третий куплет. Как третий куплет? Думаю, а какая разница, там все один, там, любой, позже там, ах, сударыня, и все. И я третий раз. Запел второй куплет. Тот же самый. Таня ушла со сцены, Геннадий просто сполз вот так вот на пол. Хохот был такой, что все думали, что это специальный номер был сделан. Шли годы. Да. И вот Эмилии давай. Менялись, а Эмилии все тот же. Давай. И сегодня моей прекрасной Эмилии Анечка Бутурлина. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это трудно объяснить, но, наверное, потому, что вы со мной. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Я скажу вам, сударь мой, мне бы надо бы домой, но цветочки я обидеть не могу. Как приятно и забавно,
что я очень нравлюсь вам. Ну, а вы мне и подавно. Вот и славно. Трам-пам-пам. Спасибо, моя милая, спасибо. Спасибо. Геннадий Игоревич, у меня вопрос относительно голосов актеров, будущих исполнителей ролей. Да-да-да-да. Насколько они важны для вас? Были ли у вас предпочтения в этом плане? Безусловно. Вы знаете, я всегда отдавал предпочтение поющим актерам. Ну, это, конечно, началось, когда я услышал, как поет Алиса Бруно, но ее нельзя вообще даже и сравнивать, потому что она образована как певица. Она может петь и таким певческим голосом, знаете, оперет. Она иногда делала такие шутки, пела оперетским голосом. Вот, и все смеялись. Она может это делать. Но ее настоящий голос, такой природный, это альт. Она поет мальчишеским голосом таким, знаете, вот альтовым голосом. Очень низко может брать. И, но вверх тоже у нее достаточно расстроен. И вот когда она мне пела Дульсинею Тобоскую в мюзикле, который писал, это было потрясение. Я просто для нее специально. Потом, тут же появился, я прихожу, и там первое знакомство с театром, и там в массовке мальчишка какой-то. И слышу голос, послушай, хороший. Я говорю, кто это? Говорит, Боярский, говорит, только поступил, 20 лет ему. Был, разница у нас большая, на 15 лет у нас разница. Я говорю, да? Я говорю, как, по-моему, мальчишка симпатичный. Он говорит, да, он еще и учился на пианино, там играл дома, все. Вот, и пошел Миша. Наперед темны пути любви. Темны пути любви. Андрюша Миронов. Нет, белеет мой парус, я не могу, там высокая нота, нет. Мне сказал какой-то там его профессор Ленингов, только там ноту ре не были, ну вот не больше ничего нет. Ну так, я думал, ладно. А мне нужно, чтобы он ноту ми спел повыше. Думаю, мы его обманем. Поскольку у него слух не абсолютный, я записал фонограмму, и там ноту ми. Он с разгона ее и спел. А когда я ему сказал, что ж ты врал, я говорю, мне что, не можешь ты петь, ты спел, как? Ну у меня, я же там, я говорю, ну вот смотри. И дали ему послушать. Он говорит, вы негодяй. Я говорю, если я тебе сказал, ты бы не спел ее. А ты не знал и спел. Знаете, как говорит, значит, высота 2 метра. О, а если не скажи, человек перепрыгнул, же Коля Караченцев. Как он пел, и да здравствует Фландрия. Там вообще сотни есть, вообще черт не знает где, как высоко. И он при этом, у него низкий голос, Коля почти бас. Ну и он брал эти высокие ноты, потому что он был тиль. И в состоянии безумной активности. Сейчас так никто петь не может. Потому что рок, это была такая вещь роковая, она требует максимального вот такого. Дайте, вот, почему очень много там мужчины пели высоко? Потому что рок требует вот этого на некоторого надрыва. Мне хотелось бы закончить нашу встречу таким номером. Был спектакль, назывался «Люди и страсти» по литературе, драматургии немецкой. И вот спектакль кончался стихами Гейна. Вот, моего любимого Гейна, который... Я его повторяю сейчас постоянно. Видите, это был 72-й год. У него гениальные стихи. «Если много у тебя, будет больше, так ведется». Если мало, то отдать даже малое придется. Если ты и вовсе нищ, смерть помочь тебе сумеет. Жить имеет право тот, кто хоть чем-нибудь владеет. Вы понимаете, вот эти, это, он же был страшный противник буржуазии. Страшный, он такой был, знаете, вот революционер по духу. И вы тогда это пели, и это как-то, ну, красиво, но как-то не понимали. Вот сейчас мы это видим. У кого больше, у того и будет больше, у кого мало, у того станет меньше. И вот была прощальная песня этого спектакля. «Зонг» назывался «Она угасла». Знаете, вот каждый спектакль в театре, каждая творческая, любая встреча, вот наша даже сегодня с вами, это есть некий акт, в котором участвуют наши души. И когда мы заканчиваем, и эта связь наша обрывается, и она угасла, вот эта душа, но она завтра опять,
будет другая встреча, она опять загорится. Я вот сегодня предложу Анечке Мутерлиной спеть эту вещь. Мне хотелось, чтобы тоже вот так лирично и красиво, как начали лирично и красиво, и так с этим вы и закончите. Я прошу вас. Анечка, давай. Ирочка, у рояля Ирина Попова. Да. Спектакль окончен по домам. Мужчины провожают дам. По вкусу ль пьеса им, наверно, я слышал, хлопали усердно. Высокочтимой публикой отмечен был успех поэта. Теперь театр пустой такой, ни оживления, ни света. Ночью раздался резкий звук у самой сцены, треск удара. Быть может, лопнула там вдруг струна на чьей-то скрипке старой. Уж крысы злобные снуют в партере темном там и тут. Чадит в последней лампе масло, все пахнет горечью сейчас. И вот огонь, шипя, угас. Ах, то душа моя угасла. Иди. Не хочет. Сын не хочет. Да. Ну иди сюда, давай.